бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий вместе с армейцами отправился в Лондон на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы с Арсеналом. «Летим в Лондон, с нами большой друг клуба», — говорится в официальном твиттере московского клуба. В игру ЦСКА отправился в следующем составе: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун, защитники Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников. Полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Загоев, Вибрас Надха, Константин Кучеев, Хетек Хасонов, Георгий Миланов, Кристиан Бестрович. Нападающие Витиня, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов. Матч Арсенал-ЦСКА состоится завтра, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22 часа 5 минут по московскому времени. Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном твиттере ЦСКА Слуцкий. В Англии начнется революция, если сборная не поедет на ЧМ-2018.